Всем-всем огромный привет! Пришла ко мне очередная долгожданная коробочка New Beauty Box. Очень люблю я получать их, на самом деле жду, потому что очень люблю сюрпризы, и эти коробочки как раз являются такими своего рода сюрпризами. Причем в последнее время очень приятными сюрпризами. Потом коробочки эти не выкидываю, их использую. Приятно они смотрятся и на полочках, и в них хранить что-то очень удобно, потому что они не маленькие, достаточно глубокие. Но теперь ближе к теме. На сайте можно заказать два вида коробочек. Либо масс-маркет, полноразмерные версии, либо миниатюры. Ну, входят, бывает, что одна-две миниатюры, и остальное все полноразмерные версии. Либо люкс косметика, но там будут мини-версии. В коробочке бывает от 6 до 10 разных уходовых средств, ну и косметических. У меня масс-маркет, но я хочу обратить внимание, что хороший масс-маркет. Бренды попались очень хорошие. Буду пробовать с огромным удовольствием. Ну давайте начнем, потому что мне уже не терпится. Был вот такой буклет со средствами, которые попались в коробочке. Декоративная косметика может отличаться тонами. Оттенки могут быть не те, которые на рисунке. Но давайте начнем вот с этой стороны. Первое. От Диадемин. Мицеллярная вода. Буду все показывать поближе, потому что в прошлый раз меня попросили каждое средство показывать ближе само описание. Тут видно вам будет и цену, и что написано. Мицеллярная вода очищающая, входит глицерин и пантенол, обещает быстро удалять макияж и подходит даже для глаз и губ, не только для лица. Все типы кожи. Что мне понравилось? Понравилось то, что можно не смывать. То есть после него, если вы, например, на ночь умылись, можно просто пользоваться тоником. Не обязательно идти в душ и умываться. Буду с огромным удовольствием пробовать, тестировать. Надеюсь, очень понравится. Следующее средство, которое у меня было в коробочке от Skin Light. Гелевые подушечки против отечности под глазами. Давайте покажу также описание. Читать не буду. Можно поставить на паузу и прочитать самим. Такие гелевые подушечки у меня уже были. Я ими пользовалась с огромным удовольствием. Единственное, что от себя хочу добавить, делать их лучше не сидя, не за компьютером, а лежа, чтобы кожа не тянулась вниз от тяжести гелевых подушечек, и эффект был хорошим. Я такие подушечки, я не знаю, здесь об этом написано или нет, но буквально на 1-2 минутки перед применением кладу в холодильник. И тогда эффект, как мне кажется, лучше. Можно посмотреть, что здесь написано. 30 минут с ними лежать. Можно прямо приятно отдохнуть, послушать приятную музыку. Вот такие вот классные подушечки. Сюда входит 4 штуки, 4 патча. И поэтому можно использовать целых 2 раза. Следующее, что заявлено в буклете, от Глискур глубокое восстановление, сыворотка. Как меня впечатлила эта сыворотка, давайте я вот так поближе покажу. Тут и цены видно, и как надо пользоваться. Во-первых, не смывать. Так, как вам показать, чтобы не я светилась? Ну, наверное, давайте я так прочитаю вам, вы мне поверите. С аминопротеиновой сывороткой, глубокое восстановление, невероятная упругость, ощутимая эластичность. И хорошо тут написано, что подходит для экстремально истощенных волос. То есть они обещают хорошо помогать волосам. И как тут нарисовано, глубокое восстановление. Я не знаю, как вам показать бы, вот, но хочется показать. Нет, не видно. Вот тут вот иллюстрация. Какой волос был, какой стал. Но это вам нужно приобрести такое средство, чтобы посмотреть. Либо в магазине взять в руки и посмотреть, почитать. Его не надо смывать. Обещает, что оно легкое. Вот так выглядит
сам флакон. 100 мл, такой тяжеленький. И вот такой идет спрей. Так, сейчас я вам покажу. Вот так вот он выглядит. Ой, как приятно пахнет. Пахнет приятно фруктами. Ой, какая красота. Ну, я, вы знаете, сейчас на хвостик на свой тут немножко успею восстановить, пока вам рассказываю. Сразу волосы такие эти гладкие становятся, как приятно. И волосы очень вкусно пахнут. Ну, вообще, классное средство. Огромное спасибо тем, кто положил в коробочку такое замечательное средство. Вот так. Следующее, что мне попадается. Я не буду читать название. Это лак. Это гелеобразный лак для ногтей. Его надо наносить без применения лампы. Тут все написано. Как в один, так и в два можно слоя. Цена у него достаточно такая чувствительная. Оттенок мне попался темно-синий. Вот такой. Номер 10 он идет. Я могу так поближе показать, что написано и на самом. 9 мл на лаке. Давайте я вам еще покажу, какая у него идет кисточка и какая текстура. В общем, кисточка вот такая, тоненькая, небольшая. А текстура достаточно жидкая. Сейчас я капельку. Вот, видите, достаточно жидкий прям. Капельки легко капают. Но я как поняла, то, что он жидкий, это очень хорошо. Он очень экономный получается. На ромашке. Я нанесла в два слоя. Вот так вот он смотрится. Такой цвет. Прямо как ночь, ночное небо. В первый слой, когда начинаешь красить, кажется, что он полосами ложится, полосит. Но он так быстро распределяется, по пластине, по крайней мере, распределялся, что сразу равномерно лег. То есть изначально кажется, что ложится полосами, но в итоге нанесение очень хорошее оказывается. Он распределяется. В то же время, когда второй слой накладываешь, то он уже такой более плотненький становится. Вот такой красивый. Понравился мне этот лак. Оттенок, конечно, на любителя, но будем пользоваться таким. Дальше. Что было в моей брошюрке? От Гаринье. Дезодорант. Дезодорант антиперспирант Нео. Давайте тоже поближе покажу описание. Защита от белых следов, 48 часов защиты, и он подходит, у него текстура сухого крема. Вы знаете, я его получила, эту посылку, в час дня. Дома я его сразу нанесла. Сейчас время 11 вечера, он меня не подвел. Я вместе с ним сегодня делала домашнюю уборку, причем, ну, такую хорошую уборку, после которой надо принимать душ. И вот до самого душа он меня выручил. То есть вообще замечательно. Конечно, землю я не копала, так я не могу проверить. Сильную жару я не переносила с ним, но один раз, конечно, тоже рано судить. Но мне понравился. Написано, что фруктовый всплеск. Пахнет действительно приятными-приятными тропическими фруктами. Вот так вот он выходит. Определенное количество. И можно его наносить на зону подмышек. Классное средство. Я очень довольна этой коробочкой. Прямо очень довольна. И последнее средство, которое заявлено в буклете, но не последнее, которое лежало у меня в коробочке. От Диваж. Сияющий блеск для губ. Тоже покажу поближе. Тут написано, что блеск не липнет на губах. Дает ощущение легкости и комфорта. Вот. Можно его наносить даже поверх карандаша. Так, чуть-чуть я поскреплю.
Вот так выглядит блеск. Очень красивый оттенок. 3D эффект написано. Оттенок тут номер вот такой вот длинный. 5506. Там еще внизу есть 2634. Я не знаю, что это обозначает, но, наверное, что-то из них является номером. Очень блестит, очень красиво переливается. На губах он действительно не липкий. Я сейчас специально его нанесла на губы, чтобы вам пока рассказываю, посмотреть, как он будет себя вести. Красиво блестит, красиво переливается. Но в течение получаса никуда не уплыл. Единственное, так как это все-таки блеск, у него своя текстура такая, его на губах все равно чувствуешь. То есть это не легкая помада, все-таки блеск. Но благодаря тому, что он не липкий, все это замечательно держится и хорошо наносится. Мне он понравился. То есть для блеска это очень хороший вариант. И поверх коробочки ко мне приехала еще вот такая маска, которая была не заявлена. Но очень-очень приятно, что она была в посылке тоже. Это корейская маска с муцином улитки. Вообще все, что корейское, да еще и с улиткой, я люблю. Почему-то я им очень доверяю. Но что написано, вы можете тоже остановить, прочитать. Я не буду перечитывать. Обязательно я ее использую в ближайшее время. И думаю, в ближайших пустых баночках я уже расскажу свое мнение об этой маске. Конечно, об одной сложно будет судить, но я думаю, все равно какое-то впечатление она уже о себе оставит. Приятно получать вот такие дополнительные подарки. Хочу обратить внимание, что такие подарки можете получить и вы, потому что если вы будете делать заказ на сайте, ссылку я обязательно оставлю под роликом, то в комментариях к своему заказу можно написать мой ник Лана Светлана, как я называюсь на YouTube, и тогда вам вместе с коробочкой придет мини-версия какого-то продукта в подарок, дополнительный подарок. Ну, мне кажется, это очень-очень приятно будет. И помимо ссылки на сайт, где можно коробочку получить, либо люкс продуктов, либо масс-маркет продуктов, я обязательно оставлю еще ссылку на бренды, которые сегодня были в посылке в самой коробочке, на их официальные сайты. Я думаю, это тоже будет интересно зайти к ним, посмотреть, какие еще представляют эти бренды товары. Ну, мне, например, самой тоже очень интересно. Вот такая была шикарнейшая коробочка. Я считаю, что она оправдала свою цену, потому что коробка стоит 850 рублей, и вы не платите за доставку. Сейчас одна Почта России 250-300 рублей порой берет за посылку. И представляете, вот столько продуктов за такую маленькую, я считаю, цену, потому что здесь цены, вы сами видели, гораздо выше. Даже если где-то можно купить их со скидкой в каких-то магазинах, но в целом в комплексе они идут выгодно. Ну и для меня очень интересно вот это вот ощущение сюрприза, что получаешь, что же там интересное. Все это рассматривать, разглядывать, потом применять. Ну интересно, все равно мы, девочки, любим сюрпризы, особенно приятные. Вот такой была интересная моя коробочка. Проходите по ссылкам, знакомьтесь с брендами, знакомьтесь с сайтом, где можно заказать эту коробку. Наверное, и вам она очень понравится. И не забывайте написать мой ник в комментариях, и тогда будет еще дополнительное средство. А это намного приятнее, чем просто коробочка, когда есть еще сверху подарок. А я, наверное, буду с вами прощаться. Всем до новых встреч, приятных дней, приятного настроения и всем пока!